это говорит. Так, эмеральдики, эмеральдики. Грязная фласка, ты что там смотришь? Это ты разговариваешь? Сам или ты грязный. Воровать, как обычно, там что-нибудь. Ты опять! Ой, жулик, воровать, 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 воровать. Эй, какой воровать? Лови я гранату. Не Саша, путешественница, со мной такое не прокатит. Так торт съем. А ну кто это? И чтобы сейчас воровать. Вали из дома. Цыц, я сейчас тебя заклюю. Стойте, не надо, да. Не надо, не надо, я просто... Пошла отсюда, воровка. Все, добро. Так, кто это? Вор. Сосиска, сосиска. Да. Отдай сюда, мою сосиску. Быстро подошла. Отдай. Сюда. Отдай. Пульт от телевизора. Ой-ой-ой. Одну харе воровать, воришка. Что ты такое? Так, ладно, все. А ну... Я отдаю сосиску, только не бейте, не трогайте, не трогайте. Да хватит, хватит, хватит. Так, Ласочка, успокойся. Она опять своровала мою сосиску. Так много крыс. Это она стену своровала. Да, это наша беда. Кстати, у вас в доме так много крыс, и я даже не про этих. Сама ты крыса. Слышь, ты что-то опять воруешь, она задолбала уже. Это такой вообще зеленый выхухоль. Я эмеральдовая, вообще-то, лиса. Или же изумрудная. Угу. Так где ваши изумруды? Какие изумруды? Ты чё, рафлянку, что ли, словила? Нет, я словила только сосиску в рот, которую вам отдала только что. Кстати, отдайте обратно, точно я вообще не хочу. На сэндвич жрил. Сила всё сломала. Ненавижу тебя. Опять пришла воровать. Эти сосиски для меня, ясно? Ну ладно. Так, я хочу с вами поговорить немножко. О чем ты хочешь поговорить? В принципе, вы знаете, что я очень часто к вам прихожу, и я могу перестать это делать, если вы мне поможете. Не будем мы тебе помогать, а из-за тебя полдома, ты нам полдома разнесла, совесть имей. Ну так, нет, ты разнесла как раз таки полдома, я просто пришла по-мирному воровать примерно все, что вижу. А ты знаешь, что я ненавижу, когда воруют у меня? Ну что бей, поделать? Слышь, а пускай ладно. Ребята в подписчиках напишут, они любят, когда у них воруют что-то или нет. Да, напишите. Мне кажется, нет. Мне кажется, никому не это не нравится. Слышь, ты, давай-ка мы с тобой заключим контракт, ты никогда к нам больше не придешь. Что ты хочешь от нас? Вот такая вот ситуация не очень удобная. Ага, меня очень интересно, все, спокойной ночи. Терроризируют волки. Нет, стой, меня постоянно терроризируют волки. Вот, и мешают мне спокойно жить, воруют мою еду и выгоняют меня из моего жилья. Поэтому я и прихожу постоянно к вам и все ворую, потому что у вас всегда есть что покушать. Ну а мы тут при чем, что у тебя так там... Так сворую волков, что вот за именно. Проблема? Да они огромные, вы видели их, посмотрите, какая я маленькая, какие они огромные. Ну, кстати, я умею стрелять. Сейчас. А, ты что делаешь? Так, ну еще ой. Кусается. Что-то с ней не то происходит. Что ты хочешь от нас, лиса, не то дело, но ты опять поломала весь наш дом, украла ну, мои сосиски. Короче, у меня есть к тебе предложение. Ты сожрешь всех, мышей в нашем гараже, а мы там тебе сопрем у что-нибудь волков. Пожрать. Так это ж поесть можно, конечно, все, побежала. О, ты уверен? Может, не нужно? Зачем ты это сказал делать? Не знаю, я просто ее развел. Пусть жрет своих мышей. Ладно, давай ей поможем. Помочь ей? Не надо ничего мне помогать. Нет, я хочу сама покушать. Не ешьте, пожалуйста. Они в дом бегут! Они в дом бегут! Нашли мышей! Помогайте! Помогайте, девчонки! Сейчас, конечно. Так, смотри их сколько. Белые. Блин, я боюсь мышей. Боюсь мышей. А мне очень нравятся, они вкусные. Хотите тоже покушать их? Фу, вот, на, забирай, фу. Да не, мы это не едим. Это... Ой, слава богу, тогда мне отдавайте, мне, все мне. Мы же их травили тут 3 года, пытались, вот по всем углам рассыпали отравы крысиной. О, да, думаю, привкус какой-то странный. Смотри, и так зеленая. А если она помрет от этого яда? Слава богу, ну, нет лисы, нет проблемы, как бы, вот, я так думаю. Я изумрудная, я не умру. Точно, смотри, что я приготовила для нее. Сейчас я тут по-быстренькому тут... Что ты, мне ее отвлечь, Фласочка? Да, давай ты ее отвлеки, мы сейчас ее закопаем. Лиса, не ходи во двор, не ходи. Ой, нет, мне это не нравится. Так, давайте вы мне лучше поможете справиться с волками. Я не хочу ни в какие ямы запрыгивать, я не знаю, зачем вы это делаете. Ты уверена, что не хочешь? Там очень мягонько было бы. Не-не-не, точно-точно. Прям точно. Ладно, она нам помогла. Чё нам, помочь ей теперь надо дядь? Ну ладно, хотя бы одним глазком посмотрим, а там видно будет, хорошо? Ой, ну пока. Главное, есть сосиски. Вам это поможет, кстати? Что это? Чё она тебе дала? Чё она тебе дала? Погань, погань, дай мне, дай мне. Это изумрудный боевой молот. Смотри, там коса. Ты можешь взять косу. А ко махнёмся? Мне нравится молот. Ну давай, молот Тора тебе, а я возьму. Как же с тебя размером? Так. О, в целом, я демон смерти. Ну, ладно.
Ну что, нормально машется? Ну, копает вроде бы не особо хорошо, я тебе скажу. Сколько он там? А, ну неплохо, 8 урона. Давай показывай, кого тебе там избить, чтобы ты к нам больше не приходил. Ага. Так, я напомню то, что они очень сильны, это раз. И два, вы должны отжать мое жилье. Чего? Жилье? Где твое жилье? Где ты жила, бездомная кошатина? Так вот, под деревом как раз-таки недалеко, вон там три волка. Я здесь постою, пожалуй, посмотрю, а вы так, идите разбирайтесь. Так, стойте, погодите. Если ты жила под деревом, так зачем нам отжимать дерево, если ты можешь найти себе новое? Ну, потому что там мои изумруды. Помочилась на дерево, все, твой дом. Вот именно. Там мои изумруды, вон. Изумруды. Ладно, дядь, пойдем справимся с этим. Они огромные, слушай, мы их точно осилим. Конечно, осилим, у нас изумрудные мечи. Давайте, я вас буду поддерживать просто на расстоянии. Ой, надосят много, ой. Так, Флазочка, держись. Сейчас мы их порешаем. Поехали. Подписчики, пишите в комментариях, давайте, не знаю, атакуйте и так далее. Если тут у меня тут одно решало, огромное радужное нечто. Ну ладно, давай... Ты как, справилась со своим, да? Конечно, справилась. Сейчас тебе помогу. Бензопила — это мощь. Смотри, опа. О! Ну что ж, что мы теперь будем? Теперь мое логово снова мое! Ура, 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 ура. А ну-ка покажи, что это там в логове было. Ура, 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 ура. Может, мы спрашивайте, что это такое? Я просто очень радуюсь. Фу! Фу, это какашки ее! Фу! Ура! Фу, хватит как. Может... Продадим их на черном рынке, не знаю даже. Точно, изумрудные какашки подбирай, только не нюхай. Ой, руки испачкал. Фу. Придется руки мыть теперь. Так, спасибо вам большое, дайте я вас оближу. Она идет сюда, бегом. Слушайте, а я даже в... Нет, не трогай, эй, а, чё? Пожалуйста, не трогай. Я тут вообще-то в благодарность хотела вам сломать машину с баблом. Да, чё? Какая машина с баблом? А? Ну, знаете, здесь же недалеко находится как бы банк, и, соответственно, туда вывоз и завоз денег время от времени. Нет, мы не воры, происходит. Мы не будем воровать банк. Ну, но как хотите, мое дело предложить. Ну, давай, может, все-таки обворуем банк? Дядя, надо это плохо. Мы сможем купить много сосисок. Ну, точно много? А сосиски с сыром будут? Ну, да. Да, я хочу. У нас обычные. О, вы любите сосиски с сыром? Угу. Ну, я люблю все сосиски. Ты постоянно мне сосиски берешь. А вот подписчики любят или нет? Ребят, напишите в комментарии, любите ли вы сосиски. Вот я люблю сосиски с сыром. Такие сосисочные, сырные сосисочки. Сырные сосисочки. Ну да ладно, показывай нам машину с деньгами. Да, конечно, так за мной, быстрее! Бежу за тобой. Кстати, эта машина, да, она как раз-таки вот около вашего дома проезжает. Супер, тогда давайте быстрее. Это инкассация, это вроде бы называется, да? Ну да. Она забирает деньги из магазинов и везет их в банк. Граната. Разбивай. О-хо-хо. Есть. Давай ящики разбивай. Минус колеса. Да разбивай их, давай больше динамики. О, а деньги тогда не выпадают, стой, тогда не разбивай. Ну понятно. Стой, деньги в целом не выпадают, я вижу золотой блок. А, они в блоках этих остаются. О, можно так кататься. Так, ладно, я ее забрал. Прокати меня. Чуть-чуть. Ладно, раз-два. Нет, ну я хочу опускаться полностью. О, да, вообще отлично. Так, карусель, это радость для изумрудных лис. Ну ладно, в целом последние деньги я забрал, все. Граната. Класс. Ну что, ты попилила тогда... это все? Да. На металлолом. Я все попилила. Она решила еще, видимо, денег заработать. Там, это все сдадим потом. Куда угодно. Подожди, я хочу попробовать мрачного жнеца. Кажись. Что происходит? Ой! Мрачный жнец. Ты потом все это восстанавливать будешь, потому что мэр будет ругаться. Да. Не трогать. Ну, будем тогда заканчивать? Конечно, сейчас деньги все заберу. Надо забег устроить тогда еще. Какой забег? Что за забег? До дома и обратно, кто быстрее. Наша мой дом в другой стране. Забег до дома, а я хочу. Итак, кто до нашего дома добежит быстрее? Давайте все сюда остановитесь. Вот сюда. Вот, так, вот ладно. На этот шейкер давайте. Как граната взорвется, так и побежим. Итак, шух. Бегом! Ух, девчонки быстрые! До свидания!
А, не успела закрыть. Убили тебя. Ладненько, пойдемте все попрощаемся. Короче, по итогу выиграла лисичка. Самый последний был дяденька, потому что он старенький. Есть такое. Ну что ж. Ох, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А также смотрите видео слева и справа. Ну, а с вами была Фласочка и... Каспер. И... Неку. Всем пока!